21 июня курорт Увильды открывает свои двери для всех гостей. Однако теперь, перед въездом, будет необходимо иметь отрицательные результаты лабораторных исследований в отношении коронавирусной инфекции COVID-19. Подробнее на эту тему мы поговорим с нашим гостем. С нами на связи Елена Куракалова, главный врач многопрофильного медицинского центра курорт Увильды. Елена Евгеньевна, доброе утро. Доброе утро, уважаемые ведущие. Все с нетерпением ждут открытия санаториев. И скажите, как же вы готовитесь принять большое количество гостей? Мы тоже с нетерпением ждем открытия нашего курорта. И мы полностью готовы к приему гостей. И в первую очередь я бы хотела сказать, что мы будем придерживаться постановления Роспотребнадзора 20 мая, где достаточно четко прописаны все нормы и правила. Мы готовы их соблюдать, у нас есть для этого все средства. И у нас есть богатый опыт уже применения этих средств и работы в таком режиме, потому что когда наш курорт закрывался 28 марта, то наши сотрудники были обучены работать в таких условиях и уже достаточно, скажем так, натренированы так работать и полностью готовы к приему наших гостей. Ну а вот то, что касается номеров, санитарная обработка проводилась, может быть, это была более высокоэффективной? Конечно. Во-первых, наш номерной фонд уже полностью готов к приему гостей. Все номера обработаны, законсервированы и стоят в полной готовности. И вы абсолютно правы, сейчас обработка будет увеличена. При помощи специального оборудования у нас закуплены парогенераторы спецоборудования. Каждый номер у нас оборудован бактерицидной лампой, которая может работать 24 часа в присутствии гостей. Уборка номеров будет осуществляться 2 раза в день, в том числе и с применением ДЭС-средств при обработке ковровых покрытий. Стен мы полностью укомплектованы этими средствами и надеемся, что создадим комфорт нашим гостям. При обработке номеров не будет никаких дискомфортов. Мы не будем их доставлять нашим гостям, нашим пациентам. А скажите, изменятся ли какие-то условия проживания или, быть может, условия обслуживания? Ну, по большому счету, они не изменятся. По постановлению Роспотребнадзора они изменились только для наших гостей только в лучшую сторону, потому что мы обязаны расселять гостей по одному, если это не члены семьи. То есть у нас есть двухместные номера, и в этих номерах гость будет проживать один в более комфортных условиях. Что касается ресторанов, то мы просто размещаем гостей по принципу социального дистанцирования и усиливаем санитарную обработку посуды, подиумов, дверных ручек, то есть мест общего пользования, обеспечиваем кожными антисептиками места общего пользования. Наши гости смогут быть обеспечены как самостоятельно, так и за свой счет масками, которые они обязаны будут носить только в местах скопления людей. При прогулках и там, где гость находится один, нам, слава богу, разрешили не носить маски. То есть наши гости будут достаточно в комфортных условиях. Елена Евгеньевна, а скажите, вот вы сказали, что обработка номеров будет осуществляться 2 раза в сутки, а вот обработка территории, как с этим? Обработка территории тоже достаточно четко в постановлении прописана, мы тоже готовы к обработке территории, у нас большой пляж, что тоже немаловажно в плане обработки. Все шезлонги, зонты, места общего пользования, они будут обрабатываться при помощи специальных ДЭС-средств. Текущая обработка будет проводиться каждые 2 часа. А генеральная уборка территории, это малые архитектурные группы, детские площадки, перила. Ну, то есть все, чего касается наш гости, наши сотрудники, генеральная уборка будет проводиться в вечернее, либо в утреннее время, когда, опять же, это никого не затрагивает. Большое спасибо, Елена. Мы напомним, что с нами на связи была Елена Куракалова, главный врач многопрофильного медицинского центра «Курорт Увильды», который открывает свои двери 1 июня.